Двери в стене распашные. Первым делом, когда собрали каркас, включаем дверь, прикручиваем над ней специальный прогон. В данном случае у нас дверь опущена на величину бруса, поэтому делали пропил в брусе. Прикручивается на два шарнира по 4 самореза. Далее, когда теплицу покроем, уже только после этого начнем обшивать дверь. Потом покажем, как это будет выглядеть. Вот когда поликарбонат на стену мы прикрутили, уже перекручиваем петли дверные поверх поликарбоната. Сверху, снизу. И потом начинаем крыть дверь поликом. Нанизываем кусок, подрезаем его, нанизываем второй, тоже подрезаем, одеваем профиля. И сейчас закончу, посмотрим, как это все в готовом виде. Так, смотрим, у нас две готовые двери, все обшили, прокрутили. Копики в середине с шайбой, все, сверху ручка. Ручка держится за прогон. Крючки, все в комплекте, крепежка. Вторая дверь держится за первую дверь. Вот так вот это все выглядит. Все красиво и аккуратно.